Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать очень полезную штуку, которую я приобрела только в этом году. Долго сомневалась, думала, что сушить не будет. Но все очень классно. Я купила вот такую вот сушилку «Ветерок». Так-то у нее 5 вот таких поддонов ярусов ставится. Но вот пока у меня тут сушится, работает она, у меня 3. А, 2 поддончика стоит. Здесь я сушу грибочки. Грибочков мало, но они прям вот остаются вот такими вот беленькими. Вот единственное, у меня почернел подосиновик, а вот под березовики прям остаются вообще беленькие, все классные. Вот подосиновики, да, чернеют. Но они и так чернеют. Просто иссыхает. И как бы остается размер все равно вот такой вот. Я пробовала сушить раньше в духовке. Получалось просто ужасно. Они чернеют, прилипают все. Здесь я сушу вот, ну, вот ножки вот такие вот. Шляпки я вот мелко крошила. Ну, примерно 4 часа и все. Гриб уже сухой. Кто-то там говорит, что там сушат 6-7 часов. Нет. На... Получается, скольки у меня грибы? На 45-55 градусов нормально высушивается. То есть 4 часа вполне. Ну, приходится иногда поддоны переставлять. Нижний там, допустим, наверх, верхний на низ. Но все равно классно, мне прям нравится. Пробовала я сушить... О, так, персик инжирный я сушила. Тоже высох у меня он за 6 часов полностью. Я вот потом покажу, хранится у меня в баночке. Вот, и покупкой такой я вообще очень довольна. Сухие заготовки, вот так вот высохла петрушка. Петрушка бы вообще буквально часа полтора у меня высохла. Прям вот вся она такая зелененькая. А вот персик инжирный хранится у меня уже, наверное, месяц высушила я его, накрошила, косточки выняла, накрошила. А вот грибочки. Смотрите, какие красивые. Тут попадаются вот тоже боровики, они темненькие. А подберезовики, все вот они прям светлые-светлые. Советую очень такую штуку покупкам. Сейчас я вот хочу завялить перцы, точнее высушить перцы и завялить их. Будут вяленые перцы в масле у меня со специями. Рецептик оставлю, все покажу. В общем, вот такая вот штука. Рекомендую всем. Особенно грибникам. Ну и тем, кто любит всякие сухофрукты. Еще что-то. В общем, сушить можно все, что угодно. А вот еще буду пробовать рыбку посушить. Сделать вкусненькую. Здесь рыбочку вяленую. Надо вот купить рыбки. Все рецепты потом я добавлю в описании, что я буду делать. Сейчас вот выйдет видео, где я сделаю вяленый перец. Точнее, одну баночку я уже на пробу сделала. Нам очень понравилось. Сейчас эту баночку покажу. Такой вот он получился аппетитный, красивый, разноцветный в масле. Очень-очень вкусный. Тут всякие специи у меня. Вот, чесночок, залитый маслом. Есть процесс приготовления, потому что нам вот, вот одна была баночка, очень нам понравилась, и я буду делать еще. Весь процесс приготовления я сниму. Ссылочку оставлю на это видео. Точнее, не на видео, а в описании под этим видео, как я буду готовить перец. Так что все бегом в магазин за перцем. Масло мне понравилось заливать горчичным, оно стоит в магните, по-моему, да, в магните, 125 рублей. Оно очень сливочное, вкусное, как раз подходит для такой заготовки. Смотрите все мои видео, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч!